Крым, Малороссия, Новороссия, вся восточно-южная Украина – это российские земли. Поэтому если когда-нибудь и встанет вопрос о независимости Украины, то только в пределах 6 западноукраинских областей. Это Закарпатье, Львов, Тернополь, Ивано-Франковск, Волынь и Ровно. Только эти регионы. Столица будет Львов, и через несколько месяцев там будут польские войска. Вот такая независимость ждет Украину. А восточная и южная Украина – это была Россия. И Крым освобождали, завоевывали и цивилизовывали русские, пусть бы украинцы бы это сделали. Почему же их тогда не было, когда русская армия, истекая кровью, за 3 столетия раздолбала в пух и прах самую мощную в мире турецкую империю? А Крымское ханство входило в состав Турецкой империи. Где же были эти украинцы, украинские полки, украинские дивизии? Где вообще это было слово «Украина»? Это же русское слово, это окраина России, Украина. Я восстановлю значение русских слов.